Aaaa, zbiar! O, ja chciałam to już. Тебя сколько очков? Три пона. Что три пона? Каждый пон одно очко считает. Математик. Четыре очка. Сколько у тебя очков? Не знаю. Значит, ты проиграл? Я же попросил считать. Правильно? А знаешь, зачем это надо? Чтобы не падать лишний раз. Чтобы ты приучался бороться. Ты выйдешь на соревнования, тебя раз бросит, два, потом ты что-то брук, там это, я потом могу, проиграл. Я мог, для чего я вам сказал? Для того, чтобы вы это тоже счет видели, чтобы вы боролись. А вы много говорили очень. Сколько ты ему сделал? Нет, сколько ты ему сделал? Вот ему сколько сделал? Сколько очков набрал у него? Не сделал. Сколько ты ему очков сделал? 20. Каждый ипон это одно очко. Сколько считай? 20. Сколько очков набрал? Сколько ипон набрал? Вы что, считать не умеете, что ли? Вас школе не учат? Макс, сюда встань, ты туда Катерина. Сколько Катерина брала очков? 2 очка. У тебя что-то есть какие-то? Нет. Нет. Почему? Что случилось, мам? Да, они сильнее тебя, или они чуть-чуть больше тебя весят. Ты что? Мочить надо? Поменяйтесь. Николай сюда, ты туда. Не, могу я сюда? Нет, ты туда, Николай сюда. Еще раз, не надо с тренером разговаривать. Вы боролись. Сколько у тебя было с ним очков? Больше 10. Не больше 10, я должен точное количество. Я 6. Помнишь, какие приемы делал? Нет. Вот, посмотри внимательно. Ты борешься. Сделал прием, да? И старайся его повторять. Иди на этот прием. Когда у тебя будет не 6, а 20 очков, так же все делать, как один прием. Так ты не можешь понять. Сколько, Макс? Посчитал? Да. Сколько? 4. 4 очка. У вас сколько? 3. То есть ты 3 пона взял, он 4. Значит, он выиграл? Вы должны приучаться. Вы же должны приучаться. Везде выигрывать. Везде. В шашки, в шахматы, нарды, футбол, волейбол, баскетбол. Везде постараться выиграть. Если ты, твоя команда слабее, значит, хоть куснуть, хоть под ножку, что-то к сопернику сделать ему, хоть один гол, но забить. Они в два раза сильнее, но хоть один гол забей, понимаешь? То есть надо стремиться к победе. Вот я могу выиграть. У мастера спорта международного класса по шахматам, если он допустит ошибки. Вот перестану знать. Пришел здесь кандидат в мастера спорта, мастер спорта, стали играть. Сказал, ты у меня не выиграешь. Я у тебя не выиграю. Не выиграешь. По каким? Ну как? Играем. По обычным правилам? Да, по обычным правилам. Сел, я сделал один ход. И все, я больше не делаю. Сижу и думаю. По обычным правилам есть специальные часы. Первый ход, второй ход. Договаривается, сколько времени и все. А я посидел и думаю, что я буду проигрывать. Я вообще ходить не буду. Буду сюда сидеть 2 часа дома. Тактика? Тактика. То есть за счет тактики нужно обхитрить и обмануть. Если ты сильнее, одна тактика. Слабее, другая тактика. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Туда? Да. Да.
Я приеду. Там. Подтягиваем. 50 раз. Вы сюда. 50. 50. Ты держишь. И ты делаешь 2. Туда, мальчики. Туда на ковер. Мальчики, туда на ковер. А вы здесь на ковер. Вы здесь, вы здесь. Камера все наблюдает. Пошли. Подтягивание. А почему в центре нельзя? Почему обязательно где-то в конце надо?